На выставке представлена большая коллекция знаменитых ангелов. Эти образы известны во многих странах. Первый ангел, очень трогательный и нежный, рассказывает художница, родился в 2005 году. Он держал в руках белую мышку. Эту работу автор сохранила и никому не показывает. Больше 10 лет она живет со своими живописными рыжими героями и продолжает искать нюансы – цветовые и символические. Вообще, как бы я очень много чего создала, глядя на свою дочь маленькую. Вот. Очень часто я вижу ее в своих полотнах. И, видимо, хотелось запечатлеть что-то такое, что дорого мне. И я так понимаю, что дорого и многим, которые вокруг меня, людям. Также автор представила гостям галереи свои сказочные пейзажи. Галина Чувеляева – многогранный, разносторонний человек. Кроме живописных работ в форте можно увидеть совершенно новую серию украшений из серебра. Выставка «Ангелы и волшебный лес» в арт-галерее «Форт» продлится до 6 октября. Вход свободный.